увидели, это вообще мировой уровень, и если бы мы вертолет там не видели, мы бы подумали, что это современная чистая комната для клиник. Очень серьезный объект, и я считаю, что хорошая перспектива для повышения качества, создания условий для тех людей, которые работают на этом предприятии. В ближайшие 2-3 года Казанский вертолетный завод, он не только своей историей, он и своей перспективой будет одним из лучших предприятий. Я хочу поблагодарить руководство, Вадим Александрович, вас, ваш коллектив, вашу команду, но и самое главное, основа вот, люди, которые работают на этом прекрасном предприятии. Мне хотелось бы от своего коллектива пожелать вам удачи, оптимизма, чтобы в семье у вас все было хорошо, здоровья вам, близким вам. И спасибо вам за заботу о населении Татарстана. Спасибо большое.